собирается сделать президентом, ответил нам оскорблением. Мы будем думать, говорить между собою. Сегодня вы это видели уже здесь и увидите еще. Мы совсем разные. Личная жизнь Владимира Путина. Она действительно невероятно таинственная. У них это не получилось и не получится. По одной очень простой причине. Огромной страны. Такой человек должен быть.